Hola, amigos! Меня зовут Элиса, и я нахожусь возле клиники Ciudad de Mar. В этом видео я вам расскажу про медицину в Чили. Уровень развития чилийской медицины на уровне США и на порядок выше стран постсоветского пространства. Чистота, современные технологии и квалифицированные специалисты – вот основополагающие чилийской клиники. Очень часто люди, которые рожали первого ребенка в США, а второго в Чили, проводят параллель между двух этих стран, предпочитая Чили, так как цены дешевле, а сервис гораздо лучше. Роженицы отмечают теплые отношения медсестер и врачей. Уникальный подход, качественное сопровождение на протяжении всей беременности, возможность рожать натуральным путем или с применением эпидуральной анестезии, или кесарево сечение. Все это есть в чилийских клиниках. Добавьте к этому идеальный климат и экологию. Это то, что нужно беременной девушке. Большинство докторов говорит на испанском. Именно поэтому вас будет сопровождать наш обученный куратор-переводчик, который сможет оказать помощь в любой ситуации. Огромным плюсом является то, что врачи в Чили не привязаны к конкретной клинике и смогут принимать роды в той клинике, которую вы выберете. Роды в Чили – это не только качественная медицина и комфортные условия, это также возможность дать своему малышу ряд привилегий, которые открывает чилийский паспорт. Чтобы узнать больше информации и получить бесплатную консультацию с нашим специалистом, переходите по ссылке в описании профиля, оставляйте заявку, и мы с вами свяжемся. До встречи в Чили!